Так, короче, заезд на эту сторону Уральского моря. Вот, сюда, короче, заезд. Тут мест нет, вот первое место начинается, мужичок сидит. Ну, не знаю, что-то там у него сейчас колокольчик звенел. Все уже желтеет. Листики уже. Терна-палма здесь на Уральском море. Первое местечко. Мужичок сидит. Плита. Вон дорога как раз по дамбе. Тоже сидит хорошо здесь. Много кормочков у него. Здесь прогалина пустая. Такой обалденный денек. А не стоит чисто. Чисто стоит кормочок здесь один. Здесь тоже мужики подошел, поговорил. Нифига, короче. На той стороне там сидят. Что-то он забрасывает. Он забрасывает. Тоже сидят, короче, у меня. Говорит, нифига, вообще нифига. Здесь у них кормачочки стоят. Поплавочки стоят. Нифига, говорят. Здесь тоже занято. Ну, в общем, так. Время где-то в районе 11:30. Ветерок-то есть. Там лодочка у них. Кормачочки стоят. Так, вот такая дорога дальше пошла. Мы там дальше сели. Сейчас покажу, как дойду. Абрикосы. Здесь машина разворачивается, как раз удобно. Развернуться, здесь кольцо такое получается. Там здесь мест практически нету. Тут не сядешь, дорога дальше пошла. В объезд. Так, идем. Тут тоже такая площадочка. Тут местечко есть, занято. Ну, вот так я встал. Сейчас покажу место поближе. Классная природа вообще тут. Батя по телефону с кем-то. Тут тоже занято все. Все тут занято. Вот так, короче. Такое местечко сегодня. Такое классное. Прям как в открытое. Ну что, там тоже голяк вообще прошелся. Мужики сидят вообще, говорят, вообще, так стоят, отошли уже, стоят, разговаривают уже просто. Тоже. Я говорю, может, я рыбачить не умею, или, блин, они, да, мы, говорит, все не умеем, короче, не клюет. В общем, не клюет, сейчас еще чуть-чуть, да, будем собираться. Вот удочки стоит, вторая удочка стоит, три кормака. А? Ты в кашу ничего не кидал, вот, сварил пшенку, и все? Пшенку сварил, да, и все, а потом уже купил же те... Муки понабирал всякой вот. Пшена сварил. Пшенка чисто сварена все. Да, пшенка чисто. Я ее съем. Да ну. Заберу. Ну. Пшенка сваренная, короче. И такая вот сюда добавленная. Всякие у нас тут всякие. Короче, мука такая купленная. Это что? Это кукурузная мука такая вот. Это горох. Такой горох, короче, тоже. Мука гороховая. Ну, пшено сваренное. Сука, макуха какая классная, свежая вообще, обалденная. В общем, ну так, все, кукуруза тоже есть даже. Кукуруза есть. Посидим еще чуть-чуть. Пчела, блин. Хотела воды попить, да? Не получилось. Давай мы тебя вытянем. О! Спасение какое чудесное. Вот это спасение. Только в руку мне не ужаль. Все, ладно, реби. Туда еще дальше тоже есть места. Но там так плохой заезд. Короче, туда еще дальше по этой дороге. Туда и поехал, поехал, в общем, по этой стороне. Все. Вот такая красота.